Привет, народ Ютуба. Посылочка квадратная. Вижу, что там какая-то у нас коробочка. Ну а прежде хочу ознакомить вас с каналом простого парня, который в своих видео делает непростые вещи. Канал посвящен разным самоделкам на любые темы, от простого к сложному и наоборот. Самодельный инструмент, приспособления, лайфхаки и игрушки. Скучно не будет. Подписывайтесь, участвуйте в конкурсах и побеждайте. Ну а мы в свою очередь продолжим дальше распаковывать посылку. Так, достаем коробочку. Вот коробочка без инициалов, только их штрих-код. Внутри заводской или магазинный. Во, смотрите, какой мощный контур. Дальше. Там пусто. Тут опять пупырышки. Кроме пупырышки, антистатический пакетик. И я его достал все-таки. С трудом, но достал. Так, что у нас тут написано? Серьезная вещичка. 0,3 микрофарада. 630 вольт. Ну и с этой стороны то же самое. Два конденсатора получается. Я вижу, они просто залиты в корпусе. Так, дальше. Две катушки, которые, кстати, болтаются. Нифига не закрепленные. Значит, сюда мы подаем питание, да? А тут снимаем. Вижу, out написано. Да, out. А тут in. Значит, вход и выход. Ну что, давайте сейчас подключим. Подключается от 5 до 12 вольт. Ему вполне достаточно, чтобы начать работать. Но сюда мы два контакта от катушки. Топереча. Мы подключаем наш блок к аккумулятору. Так, внимание. Испытуемый у нас будет гвоздь. Тишина. Видно, светодиодик загорелся. Надеюсь, видно, да? Да, вот он. Таким фиолетовым свечением. Вот, дымок пошел. Пошел дымок. Интересно, сколько нужно времени. Короче, смотрите, он уже красный. Вот эти красный. Ух ты, блин, я удержать не могу. Он уже нагрелся. Интересно, сколько можно держать? Он расплавится вообще? Блин, надо было плоскогубцы взять. Красный. Короче, работает система. Я дальше уже испытывать не буду. Напишите в комментариях, что еще можно использовать. Что можно еще сделать с этим индукционным нагревателем. Вот, в следующем видео попробуем все это дело сделать. Короче, насколько я понимаю, он больше не нагреет. Он просто докрасна и все. Я ж сколько держу, держу. Если взять тоньше проволочку, возможно, сработает. Расплавится, а так не хочет. Тут докрасна накалил и все. Это греется платка. Возможно, транзисторы придется на радиатор ставить. Или помощнее что-то делать. Так, взял для прикола. Ну, смотрю, греется, хорошо греется. Красная, краснющая вещь. А пока я прощаюсь. До новых видео. Жду ваших комментариев. И пока-пока. Кстати, картошка тоже от этого греется.